Всем привет! Меня зовут Арига Чу, и вы на канале Арига Чу Варода. Сегодня мы с вами будем делать макияж на Хэллоуин. Сначала я хотела сделать образ вампира, но поняла, что у меня нет красных контактных линз, и клыков у меня нет, так что я решила потом Куранеку, то есть черная кошка, или просто какая-нибудь готическая кукла, готик дол, дарк дол. И решила, наверное, воспользоваться последним вариантом. Все эти макияжи, которые я сейчас перечислила, очень актуальны в Японии на Хэллоуин. То есть образы черной кошечки, готической куколки или вампира. Ну что ж, давайте уже начнем макияж. Не судите строго, потому что у меня очень плохо с мрачными макияжами. Обычно их тушу до такой степени, что они превращаются в нюд. Надеюсь, что в этот раз будет по-другому. Я просто, как видите, покрасилась, и поэтому у меня там сейчас все розовое. Я приподнимать волосы не буду. Но с лбом все нормально, кстати, так что лоб в порядке. И теперь я беру свой любимый тон от Etude House, который уже заканчивается. Это Double Lasting Foundation. Все будет подписано внизу под видео, конечно же. И он уже настолько заканчивается, что я его вот так наношу. То есть просто отсюда вот сюда. Я всегда использую на съемке или что-то серьезное. Консилер я тоже возьму от Etude House. Это Big Cover консилер Skin Fit. Тоже неплохой, но не то чтобы супер классный. Но он хорошо сочетается с другими продуктами Etude House, поэтому... Кстати, напоминаю, что у меня все еще проходит конкурс под видео о коллекции Flower Nose Strawberry Rococo. Если хотите поучаствовать и выиграть подарочек, то обязательно смотрите то видео и выполняйте все условия, которые там указаны. Вау, звучу как настоящий блогер. Сегодня я воспользуюсь палеткой от Hourglass. И вот этот оттенок просто как пудру я обычно наношу. Это румяна и хайлайтер для меня. Хайлайтер все равно, наверное, буду использовать от Flower Nose. И румяна тоже не отсюда, но как пудру воспользуюсь ей, потому что это просто фотошоп. Как минимум в жизни так выглядит. Ну и теперь приступим к макияжу глаз. Я хочу его сделать мрачным, но все равно розово-красным. И скорее всего, мне так понравился тот красный макияж, который у меня вышел, когда я тестировала вот эту паленую палетку, что я хочу накраситься сегодня ей. Вот это я рисковая, конечно. А сначала беру вот этот цвет просто на все веко. И теперь вот этот нанесу также на верхнее и нижнее веко. Теперь возьму вот такую кисть и буду затемнять уголок. Здесь по краю. И также этим же темным оттенком, но уже более тонкой кистью, я хочу сразу себе нарисовать синяк под глазом. Это тоже он будет такой красноватый. И активный. Сразу, чтобы не переживать, уже из палетки Cheerflower я буду брать блестяшки. Вот розовую хочу на себе сразу на медобукуру подрисовать. А сюда хочу прям что-то красное. И, скорее всего, это будет вот этот оттенок. Насколько я помню, он был хорош. А теперь берем карандаш и пускаем в ход розовую подводку. Издали она все равно будет как черная, но мы-то будем знать, что она розовенькая. И рисуем стрелку. Какую я еще сама не решила.
Беру палетку от Flower Nose. И вот этот красный оттеночек будет у меня на нижнем веке такой стрелочкой нижней. Беру теперь розовую подводку, но чуть посветлее. И вот здесь, отсюда, вот такую красоту. Ну что ж, а теперь время туши. Сначала использую сыворотку от Эвелин, чтобы ресницы были, ну, потолще, погуще. Тушь у меня водостойкая от Sephora. Полчаса красим ресницы. Очень жалко, что мне не пришли отдельные пучки. Я их заказала с Али, и пока их еще нет. Я бы их сейчас наклеила. Ну, а в целом ничего, так получается. Ресницы сразу делают весь макияж лучше. Сейчас я нарисую себе второй глаз и продолжим уже макияж дальше. Я нарисовала второй глаз и решила, знаете, вот что вот с этой подводкой, которая у меня менее розовая, менее насыщенная. Давайте еще вот здесь уголки тоже закрасим, чтобы было помрачнее. Макияж глаз окончен. Теперь давайте разберемся с мелкими деталями. Попробуем сделать небольшой контуринг, румяна, хайлайтер и губы. Как румяна, я решила взять из палетки Color Rose оригинальные вот эти. Мне кажется, должно быть неплохо. Такие не сильно яркие будут, но активные. И румяна наношу не здесь, а вот повыше хочу. Так будет более такой эффект. Для контуринга я беру палетку Love Beer. Хайлайтер я, конечно же, нанесу свой любимый. Flower Nose. Он как раз розоватый и к этому образу еще больше подойдет. Обожаю его. Я очень буду делать вот здесь, чтобы здесь тоже сияло. Не знаю почему. Ну вот, я наконец-то не похожа на человека с сухой кожей. Я беру вот такой карандаш от Essence. Он, в принципе, как цвет моих губ, может чуть темнее. И рисую себе форму губ, которую всегда хотела. Помада будет темной, но можно использовать любой карандаш. Главное, контур достроить, который вам нужен. Если вам не нужен контур другой, то и не рисуйте вообще себе губы. Ну, то есть карандашом. Ну, вроде бы неплохо. И теперь беру свою темную помаду. У меня это вот такая помада от Guerlain. Я ее купила на распродаже в Sephora. Какой-то оттенок не подписывает. Где его вообще возьмется? Чехол отдельно подается, футляр. И помада отдельно. Уже не помню, какой у меня цвет. Надо посмотреть. Я покупала в магазине, даже не знаю, какой цвет. В общем, посмотрите, какая красота. Теперь берем вот такой вот тип от Etude House и рисуем себе три полосочки. Рисуем себе здесь. И тут. И сейчас это будем тушевать. Теперь мы берем кисточку и берем розовые тени. И обходим контур губ. Чтобы он был таким нечетким. И теперь финальное. Берем прозрачный блеск для губ и закрашиваем всю эту красоту сверху. Наш макияж готов. И сейчас я дополню свой образ и вернусь к вам. Ну, я думаю, что этот образ сделал не макияж, а мой капор, роскошный Triple Fortune. Но мне так хотелось сделать такой не сильно, логично не в смысле то, что он будет черным или таким сильно мрачным. Ну, просто он такой немного мрачный, но при этом остается очень элегантным, что-то такое. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и другие социальные сети, которые указаны в конце видео и в описании. Спасибо вам большое за просмотр и надеюсь, что нас ждет еще одно спуки-видео до 31 октября. Всем пока!